Молодые педагоги края продолжают получать господдержку на улучшение жилищных условий. Она осуществляется уже третий год в рамках госпрограммы «Льготная ипотека для молодых учителей». В этом году воспользоваться финансовой помощью могут 15 педагогов из районов края. В их числе Екатерина Кисис, учитель начальных классов Заринской средней школы. Накануне ей вручили сертификат на оформление льготной ипотеки под низкий процент. Таким образом, первый взнос в размере 400 тысяч рублей ей платит государство. В очереди на улучшение жилищных условий Екатерина стояла 3 года. У нас есть уже жилье, и мы хотим расшириться. Огромное спасибо от лица всей семьи, администрации города Заринска за такую поддержку.